что, убежать хотел? Ну, убежал, ну, пошли, пошли. Вы девушки за что ударили? Вперед, вперед! Кто же хотел на огрех? Нас вот! Бюро юридических услуг. Дети, Люда! Я слезы лью 3 месяца! У меня сына нет! Дорогие друзья, важная новость. Теперь возбуждено, наконец-таки, уголовное дело по 159 статье Уголовного кодекса. По второй части и третьей части аж 2 уголовных дела. Почему? Потому что здесь на этом адресе ранее была еще одна организация «Социальная защита», после чего было организовано бюро юридических услуг. Это одни и те же лица, поэтому 2 уголовных дела. Это хорошая новость. Мы всех вас и нас поздравляем с этим замечательным событием. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем людям, которые принимали участие в этом замечательном мероприятии, в результате чего были достигнуты такие результаты. Вместе мы действительно сила. Все вы молодцы, что не сложили руки, я имею в виду пострадавших. Хочу отдельную благодарность выразить тем ребятам, которые были в масках. Назовем их неравнодушными гражданами. У меня к вам огромная просьба, неравнодушные граждане в масках. Берите в следующий раз с собой друзей, да побольше. Мы такие мероприятия будем проводить систематически. Они нас боятся, да? Да. А что же они не боялись, когда у нас деньги брали? Вы не действительно... Открывайте, здесь сотрудники, хватит сидеть, открывайте двери. Давай, дверь, ребят! И уберите, пожалуйста, камеру, я не разрешаю. Камеру убирать не будет. Уберите? Не-не-не-не-не-не-не. Камеру никто не уберет. Ой, у вас упало что-то. Кротная женщина. А где курс? Совесть упала. Да, нормально чувствуешься? Петух. Сотрудники полиции, у нас сотрудника бьет. Если ты мошенник, то мы идем к тебе. Так, давай начнем тебя на что посадить, Антон, Тань, сейчас, Антох, держи, сейчас, стой. Держи, Антох. Так. Оп. Все, сейчас скоро. Давай. Тихо. Так, давай, сейчас посмотрим, сейчас подай. Второй выход черный там. У них черный выход. Я поняла, они там выходят, черный выход. Нет, там у них юристы сидят, мы там были у них. Да. Но я еще не была. Я был там уже вот сегодня. У них там еще разводилово, да, у них там комнаты пустые. Мы там это, наверное, кто тут не соглашается, они туда, наверное, добивают. Вот это пыток, скорее всего. Вот той битой, да, это чтобы, блядь, сеть не ловила. Я была на втором этаже и на первом этаже. У них здесь комната пыток. Ломом, наверное, пытаем. Вы кто? Кто? Это наш. Ярик! Баллончик! Зачем вы делаете баллончик? А нас тоже. Давайте снимем баллончик. Баллончик. Вот баллончик, посмотрите, глаза. Двоих отправили, двоих на скорую везли. У нас парни глаза залили, он слепой останется.
Я пойду. Женщина, они нас не выпускайте их отсюда. Не уходите никуда. Я пойду хоть отошла, не то лицо горит на уме. Саша, что подожди? Хочется? Отойди без меня. А что будет? А что? Я тебя спрашиваю, ты не будешь. Отойди без меня, это бежать ко мне. А то что? А эти что, забрикадируют? Там пита. Закрыли. Там пита. Чешу балку залетаете. А просто так не сломаешь, не верни. С кем один на один с тобой? Без разницы. Ты же юрист. Заяву потом напишешь, посадят. Денег лишают, ноги ломают. Вот это да. Баллончиками брызгают, поливают, плюются. Юридическое агентство. И все заради деньги. Ну как, в заложниках посидели, да? Посидели, да. Вот вас же спрашивают. Вот спрашивают. Ну а я не знаю, у кого он там спрашивает. Все люди тут. Я просто не была там. Нас три человека внутри удерживают. А дома ночевать с юристами-аферистами вместе. Вот это уже статья. Не повела линия. Выйдите, пожалуйста, полиция подъехала. Молодые люди, дверь откройте, подъехала полиция. Давайте сейчас сломаю эту глазу. Смотрите, ведется запись. На эту запись они заработают. Либо административный арест. Посуду. Давайте я дверь сломаю. Я тут заплатил. Или вы не пустите, меня уже ударили. Я сейчас сломаю дверь, ребят. Все, переложите, остаться, вы спуститесь вниз, пожалуйста. Я тут заплатил, дверь стоит 2000. Чтобы вы не ударились, мне больше ничего не слушать. Чуть вниз, отойдите, пожалуйста. Вы как девушка, сейчас чуть-чуть спуститесь. Спальню с камерой. Безопасное как бы расстояние будет. Открывайте дверь. Я стою здесь, сотрудник полиции, открывайте. Да что вы боитесь, если у вас все чисто? Открывайте! Что вы боитесь? Я слышу, тут стоят сотрудники полиции, и не один. Открывайте дверь. Давайте бежи сюда. Бери, возьми. Скинь оружие. Пока там. Да мы здесь, я не буду вести. Все фиксируется. Знаете, только я вот тут держался, сразу имейте в виду. Дверь аккуратно, не открывайте. Извините, мне уже ударили сотрудники, поэтому вот молодой человек провоцировал. Мы не пустим никого дальше. Берите заявление, объяснение, всех опрашиваем. По одному в один кабинет, чтобы не было ни скандала больше, ничего такого. Сколько здесь вот человек? Четыре. Где кабинет есть, который... Вот, пожалуйста, второй этаж, все кабинеты. Проходите в кабинет. Иди, бери объяснение, заявление от этого гражданина. Ты берешь следующую. Дверь больше никто не закроет. Мы не закроем дверь. Когда-то... Заберите ключи у него, чтобы я просто У меня там ключи, это моя собственность. Это моя собственность, понял? Понял? У вас, дурачок, вы перестаете стоять сотрудники полиции. Я хорошо выражаюсь, они провоцируют как нас. Как и друг друга оскорблять. Все. Это чревато, как минимум. Поездки к нам в отделение. Не надо, пожалуйста. Хорошо. Вы тоже что-то все проходите, да, я сотрудник полиции. Постойте, просто давайте. Сейчас группа приедет, все есть контрактами. Где есть помещение? Вот, пожалуйста, весь второй этаж, там кабинеты все свободные. Пожалуйста. Все, забираю. Я не могу, к сожалению, отойти, потому что я не хочу, чтобы люди попали. Это частная собственность. Ну, вас закрыть? Мы людей попросим всех выйти. А что вы там боитесь? Что вы там скрываете? Я выпущу только сотрудников. Людей, которые здесь бесчинствуют, я не буду пускать. Кто здесь бесчинствует? Ничего, вы ответите сейчас интересно. За какой интересно? Заявление такое же будет, как и вы. За какой интересно? Ну, видишь на лице все. А, у тебя на лице? Ну, да. Ну, я посмотрю. У тебя нормально, ничего нет. Лучше? Нет, ничего. У тебя ничего нету. Так, помещение можно закрыть? Нет. Да, конечно, мы сейчас закроем, сейчас люди выйдут, мы закроем. Без проблем. Смотри, все это снимается. Да снимайте, да. Надо смотреть. Так, пройти. Сейчас, можно. Я сейчас просто клевету фиксирую, чтобы ты потом не сказал, где-то упал, а потом побои снял. Всех там находится, просить. Сейчас всех опрошу. Не забудьте одинаково составить. Обращение. Что? Ну, одинаково там, пошумите я сразу, чтобы потом не расходились объяснения. Там они могут закрыться. Сейчас спустится, закроют помещение. Выходят люди? Да. Сейчас, секундочку, буквально. Выходите. Да, в кабинет. Девушка, ну, дайте ему снимем, пожалуйста, что вы? Ты уже наснимался. Да?
Да. Ну все нормально. Репортеры больше, больше. У нас помещение сейчас не является чистым местом на основании приказа. И человек находится здесь не имеет права. Вы оказываете услуги юридические, это не по закону все правильно. У нас сегодня на основании приказа с 13:00 идут технические работы. У вас на основании еще Конституции Российской Федерации, скажите, технические работы. Видеосъемка запрещена на каком основании? Необщественное место. Забирайте. Необщественное место. Ну все, понял. Я разговаривать как бы с вами не собираюсь. Использовать не больше. Все, не пошли туда, все. Да сейчас, ну подожди, нет, не группа. Иди, скажи. Ваши коллеги. На первом этаже? Да. Люди покинули помещение? Они у ресепшена все. Ну, люди не могут, они это ваше, они заявление все пишут нам. Здесь сотрудники полиции. Хорошо, стоит на первом этаже что охрана. Я понял, что на первом этаже? Открывают все и выходят в фойе, ну, всех опрашивают будем. Человек? Боятся. Смотри, там опрашивают. Иди с ними вместе опрашивай. Возьми, закрылись. Они закрылись? Ну, я думаю, они не закрылись. Может, может... Здесь, да? Сейчас, узнавайте. Наташа, подходи. Человек? Да. Идемте. Ну, туда проходите. Здесь приходите. Открывайте дверь! Саш, человеку под 75 лет! Они закрыли! А если у бабки инфаркт или инсульт? Человеку под 75 лет! А у нас удержим с мамой в заложник! Под 75 лет! Не кричите! Спасибо! Не мешаем работать! Не мешаем! Они нас боятся, да? А что же они не боялись, когда у нас деньги брали? Молчи! Плевать на нас, не боялись. Я хочу только тихо. Открывайте дверь, все, отошли. Граждане. Бросать пузырьками какими-то непонятными. Вот здесь они, вот здесь вот там сидят. А женщину куда дели? А жену никто не видит? Нету ее. Вот документы лежат, сумка стоит. А думаете, они такие банды? Да там об отказе возбуждения уголовных дел. Я посмотрела, что документы лежат. Соответственно, кто-то разбирался с ними, уже сидел. Ну, пройдите, снимите, у кого камера там вот есть, кто не снимал еще. А в подвале никого нет. Там дверь закрыта. Там есть кто-нибудь против воли удерживающий? Ловите его, что-то бежит. О, он не боится, он наоборот. Жулики, вы что не скрываете? Это наше времени, вперед. Пропустите, да, ваш адвокат идет. Вот он, вот, подельник идет. Равняйся с ним. Выходите, открывай. Подельник. Это переговоры. А там женщина еще в машине. Здесь сотрудники есть, открывай. Скажи пароль, скажи пароль. Умолчи, чем? Скажи пароль. Там же подполтун, ну мы дураки, мы туда не пойдем. Вы же здесь никуда не пойдем. Открывайте. Она там или нет? Там все камеры, вот он стоит, вот он, как здесь. Сидела же, плакала, сидела, плакала, спрашивала, вы не действительно... Открывайте, здесь сотрудники, хватит сидеть, открывайте дверь. Ломаем дверь. Это Серега, Сергей Александрович. Сергей Александрович. Алло. Да. Мы тоже посмотрим. Подожди. Выходи. Здравствуйте. Вам не скучно? Все у вас хорошо, никто ничего. А очереди выходит. Все, отлично. Почему дверь не открываем? Я представился. Полиция. Здравствуйте. А на каком основании вы меня снимаете? А на каком вы запрещаете это делать? А на основании того, что это мой фейс. Ну и что? Второй федеральный закон читали? А зачем? Прочтем обязательно. Все правильно. Прошу. Объяснение будет давать. Конечно. Давайте дадим объяснение. Наверх. С моим водителем поднимайтесь. Женщина. Да, обязательно. Человек, да, вы зачем удерживали здесь людей? Скажите. О, а это Вадим Юрьевич Серовцев. Самый главный провокатор. Это из-за Старченко уволили. Старченко уволили, конечно. Пьяного которого, правильно? Да, следователь из комитета. Да. Куда мы идем? Наверх. Ну где вы что? Начальник, наверх сюда. Девушка, документы свои, возьмите, в кабинет закройте. Девушка, закройте помещение, вы же потом скажете, что вы что-то... Чепушила наглая, ходит тут, петух горбатый. А вы кто? Это все сотрудники. Ну вы работаете здесь? Значит, будем снимать. Ну и вот эта баба. А вот какая? А вот сказали. Тоже сотрудник, красота. Да, правда? Это кассир. Стой. Я вам закрыл, потом... Антох, он наверх пошел. Она
Да. Антон, наверх, подойди пока. Иди пока наверх. Танюш. Давай, сейчас, подожди, 5 секунд. Стой, я тебе этот пауэрбанк же здесь лежит. Чтоб я на связи был. И у тебя телефон здесь. Саша, телефон возьмешь, мы сейчас едем пока. Хорошо? Скажите, как лучше мы так и сделаем, просто на мы медик. Берем и сажаем в кресло вот, первое, только смотрите. Подержи, пожалуйста. С двух сторон подходите. Мы помним. Подождите. Они всех там, женщины, там в машине все. Их личности все нужно устанавливать. Это уже заявление готовое, коллективное. Все в курсе. Их нужно всех сажать, уродов. Потому что до этого перфета личности не установлена ни одна. Поэтому просто возбуждено уголовное дело в отношении юрлица и иных лиц. Да нет, это нужно здесь... контроль у прокуратуры, у нас все материалы изъяли. Да сколько, 4 года не возбуждалось там? Я в курсе. Но... только сейчас возбудилось. А здесь идут по сей день ничего. Юристы сами знаете, вот как это все тут делается. Ну, я понимаю. Много тонкостей. Ну, вот просто так бы все не собрались. Согласен. Женщина к ней вот на консультацию пришла. 64 тысячи. Заплатила. Заплатила уже? А когда вы заплатили? Когда вы заплатили? Сегодня? Нет, в феврале. Ну вас обманули. Вы смотрите, знаете? Нет, я знаю. Знаете? Мы уже догадались. Крепитесь. Да. Много отдали? 64. 20 документы, 24. 40, да, сопровождение. Сейчас я вам покажу. Как вы их нашли? Интернет. Ну 64 тысячи обманули. Представляешь, Кристина? Я вообще не сейчас... А что, если бы этому 40 бы отдали, вот, мы тоже 60 тысяч. Мы сначала 20, а вот этот и русский, который был... Надо, чтобы она, вот эта женщина, расписалась. Он говорит, 40 еще заплатите. Кристин, пусть женщина работает. Тоже здесь добавится. Да, добавляйся. Двух экземплярах. Сейчас да. Вот от нее как раз вчера пришло сообщение. Вот здесь, пожалуйста. Мы будем молчать. Закройте дверь, будем молчать. Мы боимся не убегать. А что там заниматься-то это самое? Они там чистые, у них все хорошо. Нас тоже можно понять. Поверьте, ни один из вас оттуда просто так не уйдет. У каждого примут заявление, объяснение. Ну, все будут опрошены в любом случае. Вы здесь первый раз? Я вот она вчера написала: Анна, добрый день, когда вы сможете ко мне подъехать? Это вот мои документы. Надежда Геннадьевна, да? Вот это вот она. Я написала, что сегодня хорошо живет. Как вы поняли, что вас обманывают? А потому что бездействие полное было. Понятно. Мы написали от лица пострадавших. А вас как зовут? Полковник полиции, заместитель начальника ВОНРОС. Вот наши подписи. Мещеряков. Павел Александрович. Вот наши. Здесь коллективное заявление от пострадавших. Мы просим принять и провести не проверку тщательно. Возбудить уголовное дело. Возбудить уголовное дело вот на этих вот людей. Это вот каждый должен в них сидеть и возместить весь ущерб. Вот. Обязанности. Ой, слушай, вот это бы формула успеха. Подожди. Лёх, сними вот этот каждый лист. Формула успеха. Быть солидным, пункт первый. Солидно выглядит. Чистые руки, ногти, расчесанные волосы, чисто наглаженная одежда, атрибуты делового человека. Нормальная ручка, хорошие ежедневники, наручные часы желательно. И допустимое по желанию количество украшений. Солидно вести себя, интеллигентно, заметьте, общаться, придерживаться хороших манер. Выглядеть воспитанным человеком, не обязательно им быть, просто выглядеть. Говорить четко, громко и уверенно. Скажи любому человеку уверенно: эй, ты должен мне 100 рублей, и человек в 5 секунд будет вспоминать, когда же он их тебе задолжал. Представляете, что они учат? Объяснять будущее. Представьте себе, что вы уже заказали пакет документов. Представь себе, Анжела, что ты заказала пакет документов. Для того, чтобы клиент представил и понял, что он получит от сотрудничества с нами, необходимо «разбудить» в кавычках его воображение. Ой, боже мой, это так мило. Представьте, как вы получаете деньги, они вам падают в карман. Важно внимательно слушать клиента, так как каждый человек, подготавливаясь ко встрече, придумает для себя сценарий, то, как он будет вести диалог. Если вы будете перебивать клиента, задавать ему уточняющий вопрос. Алексей, ты что делаешь? Снял? Да? Сколько документов, посмотри, выносишь? Может, там деньги нет? Там нет денег, прошу, 20 тысяч. О, еще выносит. Проходите. Оп, еще. Еще несу. Слушай, ну позвони этому самому старшему, хочется зайти к тебе. Сколько коробок? Я уже не пойму, вроде как изъять, мы не заходили.
Ой, закрывается, что это? Закрывается, как же так? Читай, открой личик, а! Что, встряли? Следующая ходка. Все, молодцы, хоть лица не скрываете. А там же вроде все опечатали. Куда вы пошли? Там опечатано все. Сотрудники полиции. Нет? Сотрудники полиции. Там все опечатано, там женщина пошла. Там опечатали все, а вы это самое. Почему вы ее не... А ну пошли, пойдемте. А свет не работает. Ее не задерживают? Почему у нас со всеми остальными не идет? Не заходите. Я вас прошу. Начальник, подойдите, если вам разрешили. Начальник какой? Кто? И уберите, пожалуйста, камеру. Я не разрешаю. Камеру убирать не будет. Уберите? Не-не-не-не-не-не. Камеру никто не уберет. Ой, у вас упало что-то. Кровь не женщина. А где куртка? Совесть упала. Да, совесть упала. Да, конечно. Разъеду, что ли? Пройдете в машину. В машину пройдете, служебно. Вас довезут, вещи ваши все привезут. И вас довезут обратно. Да, я не оставлю, у меня здесь документы. Вы что, с ума сошли? В смысле? Документы в прямом смысле. Сейчас все сюда приедут обратно. Пойдем. Вы сейчас обратно приедете. Вас на машине отвезут, на машине перевезут. Чем мы пойдем? Не-не, там нема ничего, ребят. Я коробку проверял, там ничего нету, ребят. Там расческа и туфли. Ух, какие ж ребята плохие, а? Какие ж они мошенники. Мы негодяи. Ой, фулюганы, кругом фулюганы. Опа, петушок, петушок. Здорово, петухи, блядь. Такой а ну съебни в халде. Есть, есть. На жопе шерсть, с флажками. Ты знаешь, идет как петушок, ты видел такой? Ножки не опа, чуть не упал. Чуть не упал, а затылок бы разбил бы головку свою. Разбил бы свою голову. Чепуха, блин, голимая. Да? Смотри, какой гусь идет. Ну, мы с тобой поговорим. Отпетушишься, поговорим. Конечно, поговорим. Закрыто дверь. Да? Ты посмотри, какой дерзкий борзый чепуха. Давай, дубль два. Давай, давай, давай. Второй раз, заход второй, да? Да. Давай. Ну, а ты как хотел. За шматьем. Цыков, а тебе пиздак никогда не расшибали? Смотри, что тебе не расшибли. Мне? А мне не расшибут, не беспокойся. Не расшибут, думаешь? Ты посмотри, какой дерзкий. Да. Дерзкий, дерзкий. Давай, съебни с дороги, это ты съебни, чепуха гнойная. Иди, блядь, не шипи, блядь. Это ты так в зоне можешь разговаривать. Ты, петух, буду тебя петушить на зоне, знаешь как? Во все дыры, понял? Мы постараемся. Ты будешь там петушиное тьмо, понял? Это откуда мне из гарема там кричат-то, а? Ты чепуха, давай иди, рот свой закрой, панталон. Из гарема у тебя пиписька не выросла, гандон. Танюш, включай. Спускается. О, ресепшн. Наш юрист. Ну, добрый слой. Можно с вами познакомиться? Нельзя. Вы что дергаете? Я не пойму. Нормально, нет. С собой познакомиться. Вот, вот. Че? Что? Плакать будут? Давай, ступай. Так хоть обосрись. Ступай, ступай. Плакать так плакать. Вот он, да со персоной. Че, нормально чувствуешься? Петух. Сотрудники полиции, у нас сотрудника бьют. Какой? Сотрудника бьют. Кто? Это вранье. Вранье пошел вон. Провокация пошел вон. Вон пошел. Готово? Посмотрим. Ты. Ты гандон только с петушком умеешь. Да. Сейчас петушка выводить буду. Слушай, Петухов в первый день нашей встречи, точнее во второй или в первый, не помню какой, говорил, что не получится закрыть это заведение. Видишь, Петухов. Хуйлов. Получилось. Петухов. Наконец-то тебя прикрыли. Да. Будешь теперь петушиться на зоне. Будешь петушиться. На бутылочку правосудия сядешь. Да? Да. Может, уже сел, пока там был. Да? Все, куда мне проходить? Петух, улыбнись на камеру. Да, тебе. Смотрите, вот тут пальчик в жопу
Вот смотри, понимаешь, я покажу пацанам, кому ты заедешь, кому заедешь покажешь. Давай, чё? Давай мне повернёшь. Тебе проверни. Давай мне. Иди мне поверни. Прошу! У меня к вам огромная просьба. Если вы поддерживаете нас в нашем нелегком деле, и если вы еще не подписаны на нас, подпишитесь, поставьте палец вверх, обязательно напишите комментарий под этим видео и распространите среди друзей и знакомых первых сынков этот материал. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!